Мечтатели. Одной лишь силой своего воображения они способны изменить весь мир. А теперь человек-лед, чье сердце не тает даже в жарких объятиях парижанок. Это магия. Не нашли себе девушку? Нет. Рискуете остаться в одиночестве, как я? Мое сердце давно разбито. Я ничего не чувствую. С любовью покончено. Тебя бросили, и ты боишься любить. Проблема с восприятием неудач. А у тебя с пафосом. Услышав мой голос, мужчина влюбляется без ума, и их сердце не выдерживает. Ты умрешь, как все остальные. Все? Все. У тебя болит сердце? Нет, конечно. Давай, попробуй. Твое сердце разобьется, и на этот раз навсегда. Что это значит? Любить. Это радостно и больно. Очень. Хорошо, что на тебя чара не действует. Жаль, что ты уходишь. Может, ты останешься, раз я еще жив? Нет, слишком опасно. Помогите мне сбежать. Если он увидит меня, он умрет. Где она? Это все чары. Вы погибнете из-за нее. Ты похож на мертвеца. Иди домой. Я живой. Мое сердце еще бьется. «Русалка в Париже».